Привет, бандиты! Сегодня я бы хотел показать вам, как я решил проблему с защитой вот этой самой линзы на камере Sony. Экшн-камера Sony, AS300 и, ну, 3000 серия, это та же, в общем-то. Я купил вот такую штуку, нашел на Авито. Сделана она, видимо, на 3D принтере. Почему я именно ее купил? Мне понравилось то, что у нас стекло съемное. Вот это колечко откручивается. И стекло можно снять. Также протереть или заменить. Также есть такая открышечка. Нас закрывает. Ну, для транспортировки, я думаю. Только. Да, также у нас есть встроенная ветрозащита. Но продавец как бы... Продавалась она без вот этой самой штучки. Это я уже поставил от петлички для пробы. Кстати, ставится очень плотно. Все, выглядит это как-то вот так. Все очень четко и, как говорится, гармонично. Также у продавца, кстати, есть, можно купить защитная такая штука, как рубашка, можно назвать ее. Она одевается поверх камеры и защищает. Но я оставлю в описании ссылку на аккаунт, получается, продавца. Вот. Если кому интересно, можете заказать. И сейчас мы с вами проверим, как такая защита борется с ветром и влияет ли вот это стеклышко на изображение, замыливает изображение или нет. Также, да, кстати, можно ставить фильтры какие-то. Здесь же стоит Kenko фильтр UV на 40,5 мм. И да, цена, кстати, 1000 рублей. Обошлось мне в 1000 рублей, плюс Авито доставка с Москвы до Черемхова 423 рубля, по-моему. Вот так. Все очень плотненько сидит. То есть камера не вылетает. Сейчас вот покажу, как она снимается. Довольно таки плотно. Так, поехали. Так, сейчас поставим наш прибор для защиты. Посмотрим. Так, все, одето. Не знаю, как звук. Хотел сначала же звук проверить без защиты звука. Включаю вентилятор. Поставил другую губку, стой как-то плохо защищает. Добавляем скорость. Не знаю, как меня слышно. Если маленько подальше отойти. Ну и без нее. Так, провел эксперимент, но как-то не очень меня впечатлила эта вот защита, вот эти вот все губки. Пробовал вот такую и вот такую. Но буду думать, может быть, мохнашку сюда приделать, я не знаю.
Может быть, вентилятор сильно, то есть, ну, работал. Но немного лучше, но не идеально, как говорится. Ну, на этом все. Всем спасибо. Всем пока.